Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас на обзоре трое часов в разных стилях. В общем, подробнее сейчас расскажу. Данные часы выполнены в стиле лофт. Использовались доски от поддонов, гвозди, ну и, собственно говоря, часовой механизм. Ничего больше, ничего лишнего здесь нет. Окраска производилась только с фасадной стороны, дабы сократить и время производства, и бюджет производства. Ну, в общем, в принципе, внешне мне кажется неплохо. Часовой механизм не тикающий, а плавный. Часовой механизм производства Германия. Вот, по этим часам вроде все. Данные часы это даже не стиль, а юмор. В общем, попросили сделать на юбилей вот такие часы. Материал циферблата столешница. Часть столешницы 250 рублей стоит в БАУ-центре. Вот, все это дело фрезеровалось, вырезалось, делалась выборка под часовой механизм. Здесь часовой механизм Китай. Тоже с плавным ходом, без лишних шумов. По этим часам вроде тоже все. И, наконец, вот такие часы в стиле стимпанк. Освещение, правда, не особо позволяет полностью разглядеть. Циферки представлены ключиком. Фанера 12-миллиметровая. Собиралась из двух половинок. Стягивалось все это на вот такие декорашки. Они изначально планировались, эти декорашки, но так, чтобы они несли хотя бы какой-то функционал, ну и вроде как использовать весь материал, оставшийся после других часов, я решил делать из двух половинок. Здесь у нас манометр. Когда-то был рабочий. Часы сейчас на продаже. Механизм производства Германия, плавный ход. Вот. В общем, как-то так. По этим часам тоже все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмякайте на колокольчик. Всем пока!